Мы на финишной прямой первого турнира Forte Challenger 100. Определены финалисты одиночного разряда. За главный трофей сразятся американец Маккензи Макдональд и австриец Юрий Родионов. Здравствуйте, это видеодневники Forte Challenger. Меня зовут Сабиб Байбусинов. И ближайшие 10 минут о самых главных событиях прошедшей субботы. Парный кубок остается дома. Казахстанец Александр Недовесов в тандеме с украинцем Денисом Молчановым стали триумфаторами Forte Challenger и выиграли вместе третий турнир менее чем за два месяца. На пути в финал казахстанско-украинский дуэт проиграл лишь одну партию, а в решающем матче первая сеянная пара не оставила шансов второй. Финал не был такой легким таким, как, может быть, он казался с той стороны. Парная игра – это такое дело, где может за одну секунду, за один розыгрыш перевернуться весь матч. Может быть, сыгранность, которая уже до этого помогла закончить его без проблем. Очень тяжело было добираться сюда изначально. Мы до последнего ждали играть другой турнир. Но, как оказалось, что было очень правильное решение, лучше быть не могло. Всегда приятно с титулом уезжать. Саше спасибо. Считаю, что очень достойный теннис показали на этой неделе. Всегда приятно играть дома, тем более побеждать. Где-то, может быть, на меня это и давлело. Такое небольшое дополнительное где-то давление было в том, что действительно хотелось хорошо дома сыграть, выиграть турнир, где-то первый сеянный, оправдать, скажем так, какие-то надежды, доверие. Довольны и результатом, и игрой. Это очень важно, что и игру показали, и результат из-за качественной игры показанной тоже пришел. У меня за страну Кубок Дэвиса на следующей неделе. Я не могу играть вторую неделю, поэтому придется расстаться нам. Пока планы не строили, но будем стараться, потому что есть результат, это самое главное. Можно играть плохо, но выигрывать это будет лучше, чем хорошо проигрывать. Мне очень интересно всегда спросить мнение у иностранцев, как организация и так далее. Поэтому, ну и вряд ли они лукавили бы. И тут нечего лукавить, потому что действительно организация была на высочайшем уровне. И я же говорю, не на каждом ATP-турнире встретишь такую организацию, как здесь у нас в Казахстане на челленджерах. Минимум 8 часов трансляции тенниса ежедневно на протяжении недели на главном спортивном канале страны «Казспорт». За всей телевизионной картинкой работа огромной съемочной команды операторов, осветителей, ассистентов, продюсеров, режиссеров, водителей. И все ради зрителей, любителей тенниса, которые из-за пандемии не могут быть на трибунах и поддерживать игроков. Повтор. Каждая игра, она по-своему интересна и несет в себе что-то такое, ну, можно сказать, завораживающее. Когда нет зрителя, очень сложно передавать ощущение зрелищности, потому что все-таки зрители задают такой тон, потому что каждая эмоция игрока, она передается в зрительный зал, и зрительный зал подхватывает это. А так как когда этого нету, очень сложно это передать, ощущение. Но мы пытаемся всегда поймать эмоции спортсмена. Где-то ищем тренера. Даже вот я заметил, что у индуса, который сейчас выступает в одиночном разряде, он ведет, уже две игры выиграл, которые я снимаю на центральном корде. Рядом с ним, я не знаю, или девушка его, или подружка, а может супруга. Вот. И она, видимо, его подбадривает. И нам тоже это интересно, ловить ее эмоции, некоторых других тренеров или друзей игроков, которые хлопают в ладоши, радуются вместе с ним. Это основная задача наша – передать зрелищность этого спорта за счет эмоций. Кто-то ракетку бросает, кто-то просто улыбается. Ну и очень приятно снимать самих казахстанцев, наших ребят, которые реально отдают сюда всю свою энергию, показывают свой класс, пытаются ничем не уступить другим. Вот это вообще приятно очень. И тем более, когда ты снимаешь их,
Потому что ты смотришь по телевизору, они выступают за рубежом. И ты за них тоже по-своему болеешь же, за каждое их очко выигранное, там, за каждый гейм, за каждый сет. Помогите бездомным животным обрести дом. Участники турнира Forte Challenger приняли участие в социальном проекте «Фотосессия с собаками из приютов». Таким образом, звезды тенниса привлекают внимание к очень важной проблеме в Казахстане, как жестокое обращение с домашними животными, призывая всех относиться с ответственностью к тем, кого приручили. Очень рада, что нам удалось сегодня осуществить такой интересный проект, целью которого было показать, что в нашей стране очень много бездомных животных. Мы только недавно пришли к созданию приютов. Сейчас по городу Нур-Султан насчитывается свыше 10 тысяч бездомных животных, которые живут только за счет общих сил волонтеров. Поэтому хочется, конечно, в первую очередь сказать, что каждый из нас может внести свой небольшой вклад. Это приехать в приют, помочь. Вот в зимний период это почистить снег, построить будки, покормить. Всегда нужна какая-то помощь лекарствами, потому что все животные, которые оказываются в приюте, как правило, это всегда искалеченные животные. То есть часто бывает, что хозяева приезжают и сами сдают животных, за которыми они не смогли надлежащим образом смотреть. Это в том числе и породистые животные. И это такие увечья, знаете, как отрезанные уши, отрезанные лапы, выколотые глаза. Сегодняшним проектом мы хотим показать о том, что давайте поддерживать все живое. Спортсмены нас решили поддержать нашу акцию. Я надеюсь, что сегодняшние животные, которые принимали участие в фотосессии, найдут своих хозяев, обретут свои дома. В последнее время наблюдается очень много агрессии по отношению к домашним животным, к кошкам и собакам. В соцсетях появляются новые видео, агрессивные по отношению к ним. Давайте проявлять больше милосердия к таким хорошим и красивым животным, и давайте в целом будем добрее. В субботу прошла жеребьевка Forte Challenger 125. В заявочных листах появилось много новых имен, а значит, игры будут напряженными и интересными. Одиночную сетку возглавила 78-я ракетка мира, представитель Южной Кореи Су Вун Квон. В основе сыграют 5 казахстанцев, причем Дмитрий Попко и Тимофей Скатов встретятся в первом круге турнира. Отмечу, что Скатов на Forte Challenger 100 сыграл самый продолжительный матч – 3 часа 15 минут. Кардинального отличия, я думаю, каждый сможет найти, это то, что категория, как я уже говорил, категория 100 обозначает количество очков, которые получают победители. Соответственно, в эту неделю количество очков, это максимально в Challenger Tour, 125. Что касается изменений в составе, то это, конечно, зависит во многом из-за графиков игроков, календаря турниров. Многие ребята, как вы, наверное, видели, возвращались по дороге в Австралию. Кто-то попал на турнир ATP в Сингапуре. У кого-то был другой график. И сейчас, в соответствии с календарем, естественно, они вот сделали такой план. И сейчас вот прилетают на вторую неделю в Нур-Султан. Я думаю, что казахстанской публике непосредственно будет есть на кого посмотреть, поскольку у вас проходил очень большой турнир в октябре. И многие из этих игроков уже здесь были, и я думаю, они увидят много знакомых лиц и найдут обязательно за кого поболеть. У Балткарты на вторую неделю Александр Недовесов, Денис Евсеев и Тимофей Скат. Самое главное событие последнего дня зимы – финал одиночного разряда Forte Challenger 100. Но тенниса будет еще больше. С утра воскресенья начнутся квалификационные матчи следующего турнира. Трансляции встреч будут доступны на официальном сайте Федерации тенниса Казахстана. Следите за страницами в социальных сетях. А у меня все. Я с вами прощаюсь.